оператор Хилти на сколько тут 22 вольта, такой хорошо ушатанный. Интересно, да, наклейка переклеенная. Вроде настоящий. Вот. Внутри был бокс. Фоточку я вставлю, покажу. Я его разобрал. Он не снимается, он наклею. Вот, чтобы разобрать, его просто вот так вот расковырять. Внутри, соответственно, очень плохая термоусадка на аккумуляторах. Она просто отваливается. Видно, да, что незащищенные аккумуляторы. Просто такая вот штучка стоит, и все. Все это развалилось. Чтобы сейчас хотя бы протестировать, заматываю бумажным скотчем. Сейчас я протестирую все эти батарейки на емкость. А вот тут, это сколько у них сопротивления. А, вот БМС, кстати. БМС, в принципе, нормальная, умная. Все залито эпоксидкой. Видите, вот так вот. Сейчас все проверю и буду менять аккумуляторы и собирать.